Ребята, всем привет! У нас сегодня новый день. В общем, мы на выходные. Мы решили с друзьями поехать отдохнуть в Центр Парк, в который мы ездили зимой. У меня было видео на канале, но мы поедем сейчас. У них сеть по всей Германии, есть еще в Голландии, во Франции и в Бельгии, это я знаю точно. В других, может быть, странах тоже есть именно эта сеть Центр Паркс. И мы поедем здесь у нас по Германии, но в другое место, недалеко от нас, около 100 километров. Так что у нас будут насыщенные выходные, будем отдыхать. И сейчас собираем, в общем, вещи. И осталось только собрать с собой продукты. Мы сняли опять домик. На 3 семьи у нас будет в этот раз. И, в общем, еще с нами отдельно едут друзья, но они будут жить в отеле. Потому что они попозже решили, что поедут. И так что начинаются наши выходные. Ребят, мы уже в пути, проехали уже половину дороги, в общем, ехать 90 километров, но так как это ехать не по автобану, а через деревни, тут такая гористая местность, в общем, выходит, что ехать 1,5 часа. Если бы ехали по автобану, то это было бы час максимум. В общем, мы едем таким по всяким немецким деревенькам небольшим, по городочкам таким маленьким. Я за ним монтирую для вас видео, потому что материал у меня есть, но я никак его не могла смонтировать все эти дни. Вот пока сейчас есть дороги, время, монтирую для вас видео и, в общем, едем. Ребят, мы уже приехали. В общем, сейчас зарегистрировались. Артём с Кристианом уже пошли в бассейн. Домик наш будет готов только в 4 вечера. А я сейчас подожду, еще одни друзья должны подъехать, в общем, чтобы вместе с ними пойти. Там вдруг им надо будет помочь, поэтому... А одни друзья наши еще только недавно выехали. Ну, в принципе, тут до 4 часов ты можешь либо пойти по детским площадкам походить. Тут очень много детских площадок. И, конечно, классно, что сейчас уже тепло, можно на улице будет погулять. И внутри тоже там, где бассейн, есть площадка. В общем, я сейчас пойду тоже туда, пока и буду ждать там. Просто в бассейн не пойду, в само здание посижу. И... Тут очень красиво, большая территория, много всего.
пока вот запарковались рядом с бассейном. Тут также рядом с бассейном отель находится. Наш домик где-то будет подальше. Ну, в общем, туда поедем попозже, потом тоже засниму. Там вот ресепшн. Сначала чек-ин надо сделать. Тут такая парковка. Там вот отель. И там чуть подальше бассейн. Везде животные. Классное место. Обалдеть, черепашки плавают. В общем, тут все такое зеленое, как и в прошлом Центропарке. Вход в бассейн. Такой тропика, деревья, пальмы. Везде детские уголки. Видимо, кафе. Что, ресторанчик? Тут что у них есть? Магазин.
В общем, вот такие домики. Вот тут вот наш 353. Тут заходишь, длинный коридор. Причем там снимайте. Тут одна спальня на первом этаже. Шкаф, сейф, телевизор. Тут на второй этаж. Тут большая кухня. Гостиная зона. Там есть выход на террасу. Это кухня. А здесь кладовка. А это что? Ага. Здесь получается ванна с туалетом. И на первом этаже там есть. Угу. Так. Одни снимаю. Опс. Тут получается. Ага, тут две отдельные кровати. Тут и две вместе. Вообще такая комната. Тут есть еще выход на балкон. Красота. А я вижу, Наташ, тебя. Вот такой вид на лес, на горы. Тут уже получается другой домик. Прикольно, сейчас спрошу. Либо тут будем, либо на первом этаже. Защита есть, чтобы дети, если маленькие. Тут уже душевая кабина и туалет. На 6 человек дом рассчитан. Тут такая терраса. Лежаки стоят. Уже поставили мангал. Сейчас будем жарить шашлыки. Тут получается такой выход на травку. А в том месте у нас был выход озера. Видно. Ну, тут нет. Ну, тоже очень хорошо, так спокойно. Тут у нас уже шашлычок. Скоро будем жарить. Ну, в принципе, да, на улице тоже хорошо, да? Но сидеть, если будешь, то будет холодно потом. Сейчас чуть потеплело, ветер ушел. Угу. Яна, рыбу положили, да? Нет, она до сих пор не пропищала что-то. Попадает. Ага. А, аромат, боже, настоящий шашлык. Шикарно. Вообще. Коля молодец. Тут у нас полным ходом все. Кто что? Сумма, как всегда, еды. Может, мы в эту кладовку поставим? Тут рыбка. Короче, завтра на обед, походу, у нас обед уже готов. Может, сюда кушать? Ну, не знаю даже, можно? Ну что, мы садимся ужинать. Первый ужин в нашем доме. Красота. Всем приятного аппетита!